Привет всем, меня зовут Хамзин Айдар. Я принял творческий вызов от Булата Сарбаева, саунд-продюсера проекта «Дарман». И в свою очередь хочу эту творческую эстафету передать следующим людям. Во-первых, лучшему, по моему мнению, пианисту, универсальному клавишнику Руслану Воротникову принимаю вызов. Также это Елена Гусарова, тоже родом из Уфы, ныне проживающая в Москве, работающая у Льва Лещенко. Тебе тоже привет большой, но я тебя так часто вижу, и творческий вызов от меня. Также хочу передать эту эстафету руководителю интернет-портала «Культурный мир Башкортостана» Хамзину Халилю. И с меня песня.